Привет! Сейчас выучим такую перебитовку. Первая часть. ТК. Короткий клэп. Бочка. Короткая К обычная. И еще короткий клэп. Завершаем все BMG-снейром. Добавляем в начало лип-ролл. Вторая часть. Т-к-клэп. Бочка к-клэп. Еще раз повторяем. Завершаем BMG-снейром. Получается... И в начало добавляем бас. Ну или любой другой, какой хотите. Соединяем первую и вторую часть. Получается... И можно в конце еще хай-хэт добавить. Ну что, тренировки, тренировки и терпение.